Округ посетила делегация Общественной палаты Московской области, которая в рамках реализации федерального проекта «Здравконтроль» оценила качество и доступность медицинской помощи в больницах Люберец. Визит состоялся накануне гражданского форума по развитию здравоохранения «Подмосковье здоровье». Он пройдет 2 сентября. Подробности в следующем материале. Московский областной центр охраны материнства и детства. Делегацию общественной палаты провели по отделениям, познакомились с персоналом, направлениями, по которым оказывают помощь, их 17, и уникальным оборудованием. А как же реаниматологи круглые сутки дежурят? Их 3 реаниматолога дежурят. Поэтому обязательно ИКТ. Я просто слышал, что именно только в Москве где-то это делают. Да, только у нас это делают. Сейчас в центре находятся 396 детей и 192 мамы. В палатах приходится размещать по 6 пациентов, что не укладывается в современные нормативы. Главный врач Татьяна Мельник признается, тесновато. Дети поступают постоянно. Только вертолетная площадка в сутки принимает 2-3 вертолета. Рекорд – 7. Мы просим построить нам новый хирургический корпус. И вот эта тема строительства нового хирургического корпуса, она уже поднимается очень давно. И, наконец-то, в этом году нас включили в программу строительства этого корпуса. Мы уже начали делать определенную документацию. Кроме этого, центр вошел в программу капитального ремонта. И визит общественников полезен, говорит Татьяна Мельник. Они – связующее звено между медициной и властью. Вопросы и проблемы, которые беспокоят медиков, будут подняты на разных уровнях. Конечно, смотря на это здание, мы понимаем, что здесь необходим ремонт, здесь необходимо строительство дополнительного корпуса, стеклянного перехода, чтобы все было в одном месте, чтобы диагностика и послеоперационное лечение, оно было взаимосвязано. Также в рамках рабочего визита проинспектировали второе стационарное отделение Люберецкой областной больницы. Вместе с администрацией, врачами и членами общественной палаты округа Евгений Мартынов осмотрел приемные покои. В нескольких помещениях рабочие проводят капитальный ремонт. Осенью здесь откроют рентген-кабинет и установят компьютерный томограф. Изменится и облик здания. Мы ожидаем уже ремонта фасада, то есть вопрос, я так понимаю, практически решен, но... Внутри нужен капитальный ремонт, необходимо организовать достойное приемное отделение, где оперативно будут, соответственно, ставить и предварительный диагноз, и окончательный диагноз. И нужно постараться организовать разделение потоков, экстренная, плановая госпитализация. Больницу оснастят современным оборудованием для травматологических и хирургических операций. А после завершения ремонтных работ на первом этаже откроется современное приемно-диагностическое отделение. Все вопросы, которые задавали Евгению Мартынову врачи и пациенты, будут рассмотрены на предстоящем форуме. Богдан Колесников, Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.